такое солнышко. Батарейка согрелась, теплее стало. Так, зашли мы с вами в ленту. Здесь интересный стаканчик такой с киской. Такой так прикольно смотрится. С рыбками всякие такие интересные вещички. Здесь вот тарелочка вот с рыбкой. Почему с рыбкой? Почему не с зайкой? Вот рыбы прям не люблю, тарелки рыбы. Разные вот стеклянные, скидки, соусницы. Ты куда? Я тебя потерял. На лифт что, спуститься успел? Надо было молчать. Ты что-то мне первый раз такое потерял вдруг. Фонтан, помнишь? Я помню, мы возле того фонтана там на лавочке сидели, а там кефир пил. Да, фонтан тот мой любимый. И там когда с тобой, а камин на сфотку, там на колено ставился, себе руки сразу. А он там сквер, мы там гуляли с тобой часто. Да, у нас там как раз свадебная фотосессия была, да?
А вот здесь мы, по-моему, вечно можем цветы положить, скажем. Да, букет. Поселок Шмидт. Здесь кроме той церкви, тут особо достопримечательности нет. Тут ходил, ходил, так. Отель, что-то дома. Как нужно Самарки пробраться? Хотя бы как с рук выбирались. До Самарки доходили. Красивая река. Нет, там набережная. Да, вот. Так иногда можно на пикник съесть. Там костерочек вот здесь. Сосиски. Остановись ты, господи. Пойдем туда, где едем. Может, мы там пройдем? Вон там. Пройдемся. Наверное, вот это кафе и есть. А, папоротники. И у нас обзор покупок. Покажу сразу все покупки и плюс, что передала мне мама нам с Димой. Вот, нашей семье. Давайте начнем. В ленте мы сегодня побыли. Я взяла чак-чак. Взяла два, один маме, один себе. Вот, ну, каждый раз, когда мама берет Диму, я ей приношу какую-нибудь гостиницу. Сегодня это был кунжут. Я вспомнила, что я должна ей это купила. В следующий раз я оставлю, это будет чак-чак. Вот. Потому что шоколадки, что-то она плохо стала есть. Вроде говорит, там кофеин. И что-то она спит не очень хорошо. Так, здесь я взяла на обзор. Таких у нас еще не было. Вот взяла белый и темный. И был там светлый. Светлый я брать не стала. Ну, смысл. Ладно. Печеньки злаковые. Это новинка, но, блин, мне так их хочется, я не могу. Я, короче, взяла. Тоже будет обзор. Здесь у меня кокосовое молоко. Оно, в принципе, жиденькое, но когда оно постоит в холодильнике, оно твердеет, разбавляешь его сахаром. Ну, перемешиваешь с сахаром, сразу он съедается, как мороженое. Честно, это очень вкусно, безумно. У меня стоит там из Ашана другая банка, она до сих пор не затвердела. Уже там больше 2 месяцев, наверное, стоит. Вот. Взяла эту. Была на нее скидка 130 рублей, а так она стоит 180. Вот. Также взяла укроп сушеный. Хотела сушить сама, но что-то он так дорого стоит. И плохо у меня очень сохнет он. Постоянно готовишь что-то на кухне. Что-то решил, короче, купить. Стоило 10 грамм, тут 5 рублей стоило там с чем-то. Это у нас в ленте. Так, также мы посещали в эти выходные магазин Победы. Здесь я в Победе купила зефир. Какой-то на обзор пойдет.
Он вот мягенький такой. Мне кажется, он прям как птичье молоко будет. Ну, не знаю. Вот здесь с какой-то начинкой. Честно говоря, даже любопытно и интересно. Здесь я взяла крекер. Мне очень сильно хочется соленый крекер. А почему-то мне хочется, знаете, соленый крекер вместе с шоколадом сладким. Вот хочется именно так. Не знаю, даже, наверное, после диеты, может быть, я переплавлю плиточку и прямо в нее всуну этот вот крекер. Будет что-то вкусное. Так, сальтафори. Это я уже брала две штуки. А на ней уже обзор был. Они вкусные, мне понравились. Люблю их с молочком. Здесь взяла еще крекер в ленте. Стоил он 30 рублей всего. Мы получилось так, что зашли в обыкновенный магазин. И там за килограмм такого стоил 180 рублей. Я думаю, нифига себе, думаю, как дорого. Ну, надо же. И захожу я в ленту, и тут стоит как раз 300 грамм 30 рублей. Ну, это, считай, там 90 рублей с чем-то. Там будет за 900 грамм 90 рублей. Да, все правильно. Там, ну, за килограмм где-то 90... Там, ну, 100 рублей, допустим, ладно, 100 рублей за килограмм, если вот так вот. А там 180, по-моему. Не 120 даже, а 180. Также я зашла в магазин сухофруктов. Здесь по 100 рублей. Это... Не помню, что это такое. Но это вкусно, короче. Это вкусно. Вот, каждая тут по 100 рублей. Взяла кунжут. Кунжут, кстати, у нас подорожал. Он стоил в прошлом году 120, в этом году уже 200. Вот, ну там где-то за мешочек рублей 50 должно было получиться. Вот один я маме отдала, один себе. Вот, хочу его пожарить, хочу кунжутный козинак сделать. Ну, что-то типа козинака по вкусу. Вот, пожарить его и с медом вместе залить. Ну, пока, наверное, это после диеты. Вот, также купила такие вот всякие орешки, чуть-чуть взяла себе. Вот. Здесь вот тоже всякие такие вот я люблю. Вот. И тут уже то, что она передала мама моя. Здесь молочко для Димы, листья салата. Тут клюквенный компотик. Здесь бульон рыбный. Я завтра буду уху делать. Тут сама рыба. Два перчика. Ну, памперсы. Так, здесь что? Здесь творог. Когда-нибудь на этот творог тоже будет обзор. Это очень вкусный творог. Это, наверное, творог самый лучший, что есть в мире. Это безумно вкусный творог. Вот. Так, здесь у нас свекла, морковка вареная. Здесь почищенный гранат. Я Диме давлю гранат, и гранат высок он у меня пьет. Вот. Здесь у меня чернослив и огурец. Помидорки нету. Помидоры, да, и сыра в этот раз нету. А, еще она дала там котлетки. Мы их уже немножко, ну, вернее, Дима немножко поел, а я на диете. Вот, короче, у нас, смотрите, получился такой вот обзор. Вот, я очень сильно устала, мы с Женькой гуляли, ходили в гудок, я не знаю, у меня очень сильно болит спина. Вот, сейчас я это все уберу, наверное, и пойду отдыхать. Наверное, посижу, не знаю, посижу, не посижу я за компьютером, посмотрю ваши ролики, наверное, да, скорее всего. Мне надо посидеть, потому что когда у меня болит спина, мне нужно посидеть. Это не лежать, а сидеть мне надо. Вот, и, скорее всего, я сейчас посижу, и она пройдет, и потом я буду готовиться ко сну, буду есть свои грейпфрукты. Вот они мои хорошие. Вот, продолжать сидеть на диете. Вот, всем спасибо за просмотр, мои дорогие друзья. Пишите свои комментарии. Я очень честно признательна вашим комментариям. Они просто восхитительны. Я их читаю каждый раз с любовью и думаю, боже, какие у меня хорошие подписчики. Такие комментарии хорошие. Ну вот, всем пока-пока. С вами был канал Артмания.